Мы снова вместе. Сегодня 9 мая. Я хочу всех поздравить с этим большим праздником, с этой великой победой. Добра и мира вам. Гитлер капут, воистину капут. Ну что, 3 часа на поезде, я в Эксфорде. В прошлом видео я сказал, что хочу на побережье. Так вот, я стал смотреть билеты на поезд. Увидел, что билеты в Эксфорд по 6 евро в одну сторону, то есть мне туда и назад получилось 12 евро. И я решил, что надо брать, как бы, и надо съездить. Никогда здесь не был, кстати. Никогда. Первый раз я в Эксфорде. Первый раз я так далеко от дома, на юге Ирландии. Мы сейчас на широте где-то Лондона, если вот так смотреть по карте. То есть здесь достаточно теплее. Вообще, в Эксфорд это такой город уникальный, я бы сказал, где 330 дней в году солнце светит. Даже как-то не верится мне, честно говоря. Для Ирландии это вообще удивительно, какая-то история. Солнце 330 дней в году. План у меня такой. Я хочу попасть в Ирландский парк национального наследия. Я не знал, что он существует, но когда стал смотреть про Эксфорд, что это за город, когда я уже купил билеты, я понял, что мне надо здесь что-то посмотреть. Идти до него довольно далеко, наверное, километров 5. Я смотрел по Google Map, тоже там потом, по-моему, пешеходная дорожка даже кончается. Схожу в парк, погуляю там, вход в парк 10 евро. Потом вернусь в центр города, в центр Эксфорда, погуляю по Эксфорду. Небольшой городок, 20 тысяч населения, 10 тысяч живет в городе, 10 тысяч живет как бы в пригородах. Абсолютно такой маленький городок, уютный, красивый, насколько я успел заметить. Но я еще туда вернусь, и мы там погуляем. В Эксфорд основали бельгийские какие-то племена там давно, 1000 лет назад, которые приплывали сюда торговать с ирландцами. И вот в Эксфорд это был их как бы ихняя база. То есть они здесь обосновались. Потом в 9 веке нашей эры на смену бельгийцам пришли скандинавы, викинги. И назвали, собственно, Эксфорд от скандинавского слова Вейсфьорд. Или Вейшфьорд. Я не знаю ни одного скандинавского языка я не знаю. Поэтому я вот прочитал это. Вейшфьорд или Вейсфьорд означает плоская болотистая земля. По мне, так земля довольно холмистая, но тем не менее, как назвали, так назвали. Потом, через 2 века после викингов, пришли англо-нормандские завоеватели. И здесь уже поселились надолго. Вообще, слоган Эксфорда звучит как «Через огонь и воду». И на гербе 3 горящих корабля. То есть это все символизирует, через какой ад пришлось пройти местному населению в ходе вот этих вот бесконечных нападок со стороны и викингов, и англичан. Эксфорд также считается оплодом как бы ополченцев ирландских против английского ига. В 1649 году
сюда высадились англичане в количестве 16 тысяч человек под предводительством полководца Кромвеля, небезызвестного. Ну и, собственно, началась осада города, и ирландцы, 2000 ирландских воинов защищали город ценой своей жизни. По одним источникам все 2000 были уничтожены в течение 2 дней, по другим источникам их заставили сдаться и служить короне, что я, конечно, очень сомневаюсь. Направляюсь я в ирландский парк национального наследия. Я знаю, что скоро кончится уже пешеходная дорожка, и мне придется найти либо такси, либо просто поймать попутку, попросить, чтобы довезли. Я примерно в 2 километрах от самого парка. Пешеходная дорожка начинает сужаться. Это плохой знак. Тут не то, что таксистов мало ездит, тут мало машин ездит даже. Но я думаю, что мы прорвемся как-то. Сегодня 9 мая, поэтому на знаке дорожном было написано, что эту дорогу может подтопить. И действительно довольно большая река. Я к своему стыду не знаю названия реки. Я навряд ли это река Шеннон. Начинается дождь, а я нашел вот такую смотровую площадку. Видимо, какая-то старинная дозорная башня. Проблема в том, что пешеходная дорожка кончилась. И теперь мне надо будет искать такси. Надеюсь, что дождь не усилится вот сейчас, в этот момент, неподходящий, когда, в принципе, никаких укрытий вокруг. Да и никаких такси вокруг тоже нет. Я, по-моему, зря пересек реку. Я сейчас по Google Map посмотрел. Пешеходная дорожка кончилась, и я иду тупо по обочине трассы. Но мы близко, мы недалеко, мы уже рядом. Автобусов не было, я посмотрел в интернете, из центра Вексфорда в этот парк нет прямого автобуса. Хотя вот какая-то сзади меня автобусная остановка, странно. Я бы, конечно, поехал на автобусе, чем ходить вот такими вот опасными путями вдоль трассы и все такое. Очень понравилась поездка в поезде в ирландском, 3 часа ехал. Во-первых, комфортные сиденья, туалеты, сервис, я имею в виду напитки, разнос напитков и еды. 3 часа пролетели, можно сказать. Ну и плюс, конечно, путешествие на поезде по Ирландии само по себе захватывает дух, потому что ты постоянно едешь вдоль холмов, лесов, рек. То есть потрясающие виды. €10.50 стоил у меня вход. С животными нельзя, курить нельзя. Дистанция 2 километра, полный путь. Ну что ж, пошли погуляем. 2 километра. Это не расстояние. Досадно, но держатель для моей GoPro сломался. Поэтому буду держать его в руках сейчас. Цветет папоротник. Вообще много уже растений цветут. Деревья распустились все. Середина мая почти. Вот я вижу еще какие-то древние ирландские избушки. Я думаю, что мы сейчас как раз туда и направляемся. Вот этот вот холм. Это берег реки, которая здесь протекало 20 тысяч лет назад. Река Слейни. Мы сейчас сходим по ее дну.
Также видел, что здесь происходит много воркшопов всяких. Стрельба из лука, метание топора, каллиграфия, мозаика из стекла. Не знаю, что это за юрта, но вход туда довольно узкий. Там очень темно, очень тесно. Не знаю, будет ли вам что-то видно вот здесь вот. Здрасте. Ну вот, заходим в самое большое здание. Я так понимаю, что это церковь. It inspired stunning feats of art and architecture, and left behind a celebration of the spirituality. The life and death of the little-known Jewish prophet gave birth to a religion that banished the old gods and the old way of life. Christianity. Рассказывает о том, как Ирландия приняла христианство. Ну вот, пожалуйста, пишет, что как только 1600 лет назад христианство пришло в Ирландию, оно тут же стало, приходы вот эти вот стали центром обучения, художества и политической силы. Ну вот так, 1500 лет назад люди пытались обезопасить свой дом, строя вот такие высокие заборы и рыли вот такие канавы, рвы вокруг, собственно, самого поселения. Каменные дома. Я думаю, что мы еще вот туда поднимемся. Я вижу лестницу там. Можно зайти посмотреть, что здесь. Крыша устелена каким-то мхом. Запах в хате просто невероятный какой-то. Прям так веет тысячелетней историей. Ну вот еще одно то ли складское, то ли рабочее помещение, непонятно. Стоят какие-то ведра с какой-то жидкостью. Какие-то древние рабочие инструменты лежат на столе. Так жили ирландцы 1000 лет назад. Вот так это выглядит все сверху. Ну, можно представить, что здесь вот они защищали вход в свою маленькую деревушку здесь. Какой-то местный Стоунхендж здесь. Собственно, в далекие времена это было место поклонения богам и жертвоприношения. Это называется рок-арт. Археологи находят их по всей Европе. Видимо, так древние люди рисовали свои рисунки. Они просто брали другой камень, начинали тереть его, и вот оставались вот такие вот, появлялись вот такие вот гравировки в виде кругов. Вот такие вот
деревья росли 4000 лет назад в лесах Ирландии. Она называется Witness Tree, дерево-свидетель. Его нашли в 1986 году. Нашел его Майкл Карл. Вот такой витой ствол у дерева, которое росло 4000 лет назад. Первые поселенцы в Ирландии появились 9000 лет назад. Занимались тем, что охотились, ловили рыбу, собирали урожай. Они кочевали, они тоже перебирались с места на место и жили вот в таких вот юртах. Это моей дочке понравится, это Fairy Door. Ирландцы очень любят. Ирландцы очень верили раньше во всяких фей, живущих в лесах. Домики для фей повсюду. Вот еще одна спрятанная дверца там между деревьями. Ну вот, вот и подошло к концу мое путешествие по Ирландскому парку национального наследия. Сяду где-то, перекушу и буду выдвигаться, собственно, в сам город Вексфорд. Мне осталось около 2 часа до моего поезда. Я хотел, честно говоря, вызвать такси, но здесь нет подключения к интернету. Нету связи вообще, поэтому я не могу использовать ап, чтобы вызвать такси. Батарейка на GoPro тоже садится, мне уже не хватит на прогулку в Эксфорде. Также я сломал свою держалку для GoPro, она треснула пополам. Как бы ее можно использовать, но уже не то. Надо новую покупать. Типичная Ирландия. Знак 80 стоит. Узкая, извилистая дорога. Сами посмотрите. Тут же на асфальте написано slow. То есть притормози, не торопись. Помедленней. И знак 80. 80. Вот посмотрите, какой крутой поворот здесь. И стоит знак 80 километров в час. Ну вот, я снимаю уже на телефон. Я вспомнил, что у меня телефон тоже снимает, как бы там тоже есть камера. Мы опять на привокзальной площади Уэксфорда. Я вернулся в город, теперь погуляю часик-полтора по городу и домой. Oh.
Самое время посидеть, расслабиться немножко. А то я уже гуляю с самого утра, как бы. Нашел вот такой вот уютный барчик. И вот, как, если вам видно, Джон Кеннеди там. Про Джона Кеннеди расскажу. Он здесь был в 1963 году. Именно в этом городе, в Оксфорде. Поскольку его дед родом отсюда. И до сих пор здесь есть имение имени Кеннеди. И там музей. Кружка пива мне стоила 4 евро 60 центов. 4 евро 60. Городок, конечно, маленький. Состоит он в основном из такой одной длинной центральной улицей вдоль берега, где находятся все магазины и все бары. А так вообще очень уютно и красиво здесь. Городок очень симпатичный такой. Ваше здоровье с 9 мая. Как и обещал в прошлом видео, что поеду к побережью Ирландии, ну, собственно, я здесь. Город Уэксфорд. Через полчаса мой поезд назад уже. Вот такой вот он, юг Ирландии. Подхожу к железнодорожной станции, буду прощаться с вами, друзья. Спасибо, что были со мной сегодня. Погуляли по Уэксфорду, погуляли немножко по парку национального наследия. Еще раз, привокзальная площадь Уэксфорда. Всем советую посетить этот городок, конечно. Oh,